В Индии грузовик врезался в автомобиль, 12 жертв. Столкновение произошло, когда грузовик выехал на полосу встречного движения. Также грузовик задел двухколесное транспортное средство. По меньшей мере 12 человек погибли и еще 7 получили ранения из-за столкновения грузовика с автомобилем в Индии. Авария произошла на шоссе Дели-Санипат, сообщает телеканал Инди ТВ со ссылкой на полицию. Столкновение произошло, когда грузовик выехал на полосу встречного движения. Также грузовик задел двухколесное транспортное средство. На данный момент 12 жертв, 7 ранены в результате аварии, сообщили в полиции. Водитель грузовика выскочил из машины и сбежал сразу же после аварии, сообщила полиция, добавив, что грузовик был конфискован. Ранее вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд наехал на группу людей, погибли как минимум 50 человек. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.